Другим темам. В Казахстане растет спрос на ипотеку. Около 274 тысяч заявок подано за последний квартал этого года. Показатель увеличился более чем на 30%. Данные привели в Первом кредитном бюро. Рост спроса на ипотеку обусловлен государственными программами, сотрудничеством с застройщиками и цифровизацией банковских услуг. В Астане и Алматы одобрено свыше 50 тысяч заявок. Вне этих городов, соответственно, 70 тысяч. Столичные и региональные показатели выросли на 42% и 50% соответственно. Данные за квартал.